Это встреча на самом деле с любовью. Вот с такой любовью, которая проявлена и в интонации, и в музыке, и в самих образах подаренных песней. Вот встреча с осенью и с наукой. И вот какая она? Как она, какие она творит такие красоты, чтобы каждого порадовать. И вторая героиня песни, как она тоже вот настолько наполняет всех, с кем встречается, и тот вот образ любви, который проявлен этими героинями, вот с ним встречаешься в песне.